иногда. Мышонку шепчет мышь: ты все шуршишь, не спишь. Нет, это констатация факта. Мышонок шепчет мыши. Второе предложение. Шуршать я буду тише. Очень хорошая для того, чтобы ее так интонационно, выразительно прочитать. Ну, в смысле, выучить и рассказать. Еще раз диктую. Всех скороговоров не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Уверена бобра, нет богатства, нет добра. Мы говорим про добра. Добра, хорошо. У бобра. Служить жук нажимого. На чем? Жимолостью. Служить жук нажимолостью. Нет. Жимолостью. Мышонку шепчет мышь. Ты все шуршишь. А я не мог. Всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Вот у меня Р и Г путаются. Талик, попробуй про попа. Да. Стоит поп на копне, копна. А, стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, под колпаком. Поп, а не под. Вот стоит. Поп. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, под поп под поп. Под. Под колпаком. Под колпаком. Так, а теперь немножечко быстрее. Собирала маргаритка, маргаритки. Нет, не маргаритка, а Маргарита. Так оно на видео быстрее. Вот, да? А ну давай, выдай нам. Дровосека, два дроворуба. Говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларю. Так, Лара, у Карла, у Клара. А, Клара, у Карла, у Клара. Я вообще слушаю, наслушаю. Аквара. Ты говори не подруг. В четверг 4 числа в 4 четверти часа 4 черненьких чумазненьких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Давай дальше. Мышонку шепчет мышь. Ты все шуршишь, не спишь? Мышонок шепчет мышек. Шушать я буду тише. О, давай, Артем. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы три недели карамель на мели ели. О, понравилось. Про карамель сладкая скороговорочка, да? Давай кукушку. Кукушка кукушонке купила капюшон, надел кукушон на капюшон, как капюшон не смешон. Осип порет, архип не отстает, кто кого переорет. Осип осип, архип охрип. Вот. Клара у Карла украла кларнет. Вот, правильно акцентированное слово облегчает выполнение задания, правильно?